Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему, під час якої ми дізнаємось з вами, як поезія впливає на наше повсякденне життя. І не лише повсякденне, а взагалі на життя. Адже саме сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день поезії. І сьогодні я задоволенням представляю вам наших гостей. Володимир Лоза, генерал-майор юстиції, військовий прокурор, любитель поезії від Миколаївської обласної громадської організації «Руська національна громада Русіч». Бахтіяр Мамет Огли Гаджиєв, поет, художник, перекладач, вчитель азербайджанської мови. І Валерій Мурадьянц, директор енергетичної компанії «Південна», поет. Друзья мои, здравствуйте. Я вас поздравляю с сегодняшним днем поэзии. Все вы поэты, несмотря на разные национальности, но всех объединяет муза поэзии. Я правильно говорю? И, Владимир Матвеевич, будьте добры, вам, как генерал-майору, военному прокурору, конечно, первому слово. Что для вас день поэзии и вообще поэзия? Представляете, телезрители, генерал-майор, военный прокурор и поэт. С ума сойти. Я могу ответить кратко на ваш вопрос несколькими куплетами, которые я сейчас в фойе черканул. День поэзии есть праздник всех поэтов, талантливых и даже рифмоплетов. Но я прочту всего отдельные куплеты, которые вошли в такие переплеты. Вот это ваша книга, да? Это моя книга, называется «Щитом и мечом по тернистому пути». Пожалуйста, посмотрите. В библиотеке Гмырева и Крапивницкого их можно найти. Но особо желающим я могу и подарить. Я уже 100 книг раздарил. Поэзия, как музыка, тоже будет вечной. Нельзя стихи читать поспешно и беспечно. День поэзии – праздник очень светлый. Стихи и музыка, как солнце, ясно светят. День поэзии – наш праздник для души. Стихи читая, никуда спеши, не спеши, некуда спешить. Правильно. А что нам спешить? Нам не надо, Владимир Матвеевич, нам действительно некуда спешить, потому что читать стихи нужно вдумчиво. Правильно, господа? И говорят, что именно поэзия, она делает человека лучше, она делает человека красивее, она преображает душу. Вот посмотрите на наших гостей, какие светлые и прекрасные лица у нас сегодня в студии. Бахтияр Мамедович, вы являетесь учителем азербайджанского языка. И вы поэт. Вы поэт, который пишет на разных языках. На азербайджанском, на турецком. И ваши стихи переводятся на украинский. Да, переведу, ну, да. И вы знаете, господа, у нас сейчас вот такая уникальная возможность. Мы можем услышать музыку азербайджанского языка, а потом сравнить ее с нашим языком. Вернее, даже сравнивать не нужно. Просто давайте послушаем. Бахтияр Мамедович, будьте добры. Итак, ваши стихи на азербайджанском языке. И тоже из вашей книги. Телезрители, посмотрите, да, какая красивая, да, книга, спасибо, у нашего, да, гостя. Я хотел бы, конечно, во-первых, поздравить всех поэтов и любящих поэзию, потому что поэзия это вдохновляет людей. Это радость, и, конечно, это очень приятно. Поэтому я хотел бы сказать, что это моя как раз первая книга. Это, ну, кроме этого, у меня уже вышло 10 книг разных наименованиях, уже с печата вышли. А вот, первая книга, один из них, да, это первый, это поэма, которая, значит, это называется «Гюльсенем Наме», то есть это книга о Гюльсенеме. Да, вот это очень интересно, там, это, которая смелая, гордая, очень... О женщине. Там, да, но о женщине, совершенно, о женщине, господа, который там, этот, у нас это фактически был, это все это написано по историческим фактам, это в древних времен, да, поэтому эта книга, это очень интересно, здесь всего 240 страниц, конечно, все я не буду читать, я хотел бы кратко, за то, что у нас время мало, кратко вот несколько строк читать, да, на азербайджанском, пожалуйста, языке. И, кстати, эта книга уже переведена, как я сказал, я сам перевел на турецкий язык, и, кроме турецкий. Того, эта же книга уже распространена на 7 странах. Это во Франции, в Турции, в Иране,
потом в Грузии, в Азербайджане, в Украине и в России тоже, да. Поэтому я хотел бы этот кратко читать. Да, будьте добры, Бахтияр Мамедович. Итак, вот. Музыка азербайджанского языка. Господа, слушаем. Кратко, значит, ватанин тарифи. Кадимден беллиди пушинди дагы, Yeni dağ demişti Türkçe mənası. Əzəməti vardır lap uzaqlardan, Tərifə layiqdir bu dağ lap başdan. Ətəyində vardır çoxlu kəndləri, Dərələrdən vardır həm keçidləri. Sonuncu və böyük baş keçidçi var, Tarixə adını buradan salar. Это, конечно, очень интересно. А что касается вот только... Слушая ваши стихи, даже задумываешься, нужно, наверное, начинать учить азербайджанский язык. Да, спасибо большое, спасибо. А вот только вчера вышла, значит, книга, вот именно эта книга, то есть отрывок от этой поэмы на украинской мове тоже. Я очень благодарю, значит, поэтесса Наталья Ткаченко, она перевела на украинский мову, потому что эта книга, она ей тоже очень понравилась. Она с любовью это перевод сделала, вот ее фотография тоже есть здесь, сделала она перевод на украинскую мову. Я хотел бы этот тоже немного читать на украинской мове, будь чтобы ласка, нашим Бахтияр зрителям мы было... Мы уважно слушаем, да, ваш вирш украинскую так, мову. Так, значит, кюнсенам нами. Видимо, что лев – человечье имя, але не про лева поэма моя, а про левицию, про митер семьи, про Гюльсанам ханум я вершую песни, народу моего гордовитую дочку, про долю жиночи солодку кирку, я расповим правдивых рядках, чтоб зирка ее не сгасала в веках. Я сегодня заменюлим сплету, чтоб все зрезумело ее правоту, колишь не сгадаю я в вершах, мне это поможет Всевышний Аллах. Там этот я тоже этот кратко читал, эта книга. Там это очень тоже интересно. Я хотел бы и кратко вам в стихах сказать, что этот, я лично был приглашен, этот, когда на родину известного украинского поэта Тараса Шевченко, когда этот 200-летие отмечали, а этот я стихи, вот эти стихи именно посвятил этот к Шевченко, так и называется стихи к Шевченко, написал этот, там читал стихи, очень понравился. На азербайджанском языке? На азербайджанском языке, да. Этот, ну, скоро этот наш поэтесса будет тоже перевести на украинский мову. И вот, конечно, я содержание толлости там тоже объяснил и так далее. И благодаря этой стихи, конечно, заместитель министра культуры лично вручала мне грамоту, поэтому... Вот видите, стихи, как да, тронули ваше сердце стихотворение. Друзья мои, ну у нас есть еще один гость, который еще слова не молвил. Мне бы очень хотелось, чтобы он тоже молвил слово. Это Валерий Владимирович Мурадьянс, директор энергетической компании «Южная» и по совместительству поэт. Я правильно сказала, Валерий Владимирович? Да, совершенно правильно. Такой вы технический, такой вы мужественный и поэт. Друзья мои, это по-честному. Валерий Владимирович поэт, и я бы хотела, чтобы вы прозвучали и ваши стихи в нашем эфире. Ну, если можно сначала, а как в вашей технической душе рождаются такие поэтические строки, которые сейчас услышат наши телезрители? Можно я выражу в четырех? Конечно. Четыре стихи. Писать стихи – дыхание от Бога. Мне в этой жизни просто повезло, и в жизни у меня одна дорога, где упоительно, красиво и светло. Вот, телезрители, вы представляете, упоительно, красиво и светло. Как бы хорошо, чтобы и в ваших домах, и в наших так было упоительно, красиво и светло. Будьте добры, теперь ваши стихи. Ну, книжечка моя, это вот. Значит, а стихи я свои знаю наизусть. Пожалуйста. Ну, я уже упоминал, что я армянин в третьем поколении. Сибиряк, шахтер и армянин в третьем поколении. Пишу стихи для друзей, близких и любителей поэзии. Этот добрый и гордый народ изгоняли и даже пленили. Они, как цветы и дельвейсы, выживали на скалах и жили. И тянули к небу лепестки. Помоги нам, Боже, помоги. Их в другую веру обращать недруги пытались и враги.
относила ветром сыновей по судьбе порою далеко, и живьем оторванные корни приживались очень нелегко. Жили люди, и цвели цветы, боги так судьбу определили, чтоб не затеряться на земле, мы язык и веру не забыли. А цветок, красавец, эдельвейс, чтобы можно было любоваться, нужно очень-очень попотеть, чтоб его сорвать, к нему добраться. Я сын своего народа, отнесенный ветром один, языка почти не знаю, душой и кровью армянин. Здорово. И как вы заметили, что действительно, чтобы что-то достичь, чего-то достичь, нужно очень-очень попотеть. Попотеть, потрудиться. Владимир Матвеевич, и вот вам тоже, всем нашим гостям известно, как нужно потрудиться и попотеть, да, Владимир Матвеевич? Да, да, конечно. А мы еще, я хочу приоткрыть телезрителям небольшой секрет, что наш сегодняшний гость Владимир Матвеевич Лоза, он личный друг Владимира Высоцкого. Вы дружили с Высоцким? Да, с Высоцким, если можно, с Мариной несколько. Влади. Я дружил... Ну, плотно 5 лет, а потом еще мы встречались после того, как я был назначен из Москвы на Камчатку военным прокурором. И я... вы жили на Камчатке? Да, жил и служил, и охоронил Высоцкого. Боже, какие мужественные люди у нас в студии году. Сегодня. Я хотел бы о Высоцком несколько слов сказать в связи с нашим днем поэзии. Разрешите? Конечно. Только сейчас экспромт. Поэзию люблю я с самых юных лет. Читал, учил, декламировал многих. Не могу сказать, кто из них талантливый поэт. Я думаю, что все они от Бога, хотя нелегкою была у них дорога. Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Некрасов, Грибоедов, Маяковский, Бродский, Михалков, Шевченко – Есенин, Резник, Рождественский, Вознесенский, Евтушенко, Симонов, Казакова, Румянцева и многие наши другие. А таких поэтов, как Пушкин, Лермонтов, Гёте и Гейне, я могу назвать настоящими гениями. Борис Олейник, я ему также очень импонирую. И две строчки. Мне импонирует также украинский современник, борец за всеобщий мир, депутат, историк, политик Борис Олейник, а также поэт, артист Высоцкий Владимир. Вы помните Высоцкого? Мы встречались много, читали стихи и в Доме поэзии, и в Доме актера. И я был на Таганке, все его почти спектакли смотрел. Это исключительно знаменитый. Знательный, замечательный человек, в него не влюбиться нельзя, хотя внешне был это. Вы и внешне его... тоже ничего. Да, вот. Ну, не зря его Марина Влади так полюбила, что Париж бросила все, бросила и прилетела к нему. Наверное, да. И на похороны прилетела, сама за рулем. Но вы помните стихотворение Высоцкого? Мне тоже оно нравится. «Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю открытого цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда другой мои читает письма, заглядывая мне через плечо» и так далее. И вот однажды я, когда собирался в гости к Высоцкому, вышел, в Севастополе я был прокурором, вышел «Снег с ветром мне в лицо». А как раз сын крутил эту песню на магнитофоне. У меня 46 бобин Владимир Семенович мне подарил. И я думаю, Высоцкий всему миру рассказал, что он любит, что он не любит. И думаю, а его Владимир зовут меня, а что же я люблю? И я так, как бюль-бюль оглы, что помню, то пою. И я сочинил такие куплеты. «Люблю, когда снег с ветром мне в лицо, когда в лицо мне правду говорят, а рано утром, выйдя на крыльцо, все мышцы свежим снегом растирать. Люблю воду, реку, бассейн, озера, в ночь ванну, душ бодрый поутру, а все же море черное родное, я больше жизни всей своей люблю. Его люблю в любое время, особенно когда оно штормит. По морю я могу свой путь измерить, узнать у моря, где же мой лимит.
еще его люблю при полном штиле, когда зеркалит голубая гладь, а я плыву свободным вольным стилем, мне хочется всего его обнять. Здесь много куплетов, но один такой куплет. Я не люблю бездельников и пьяниц, в разведку их с собой не поведу, упрек у них не вызовет румянец, они в любое время подведут. Румянец я люблю на щечках женских, красивых, умных очень я люблю, всех поэтесс и музыкантов честных, курящих никогда не полюблю. Боже, бедные курящие, вот и повезло им. И там есть еще такой куплет. Люблю всех женщин, любящих детей, кукушек не люблю и им подобных. Вот в этой книге 28 куплетов. Да, Владимир Матвеевич, вы так чисто по-прокурорски, по-военному. Люблю и не люблю. Друзья мои, вот у нас сегодня в эфире собрались такие совершенно разные и не похожие друг на друга люди, но объединяет их любовь к поэзии. И вы знаете, господа, говорят, что поэты – это в какой-то мере пророки дальнейших событий. И я бы хотела, чтобы каждый из вас еще прочел по стихотворению, пока у нас есть еще несколько минут, связанных вот именно с... Ну, то, что вот на душу вам легло. Можно? Мне? Конечно. Валерий Владимирович, с вас начнем теперь. Ну, давайте так. Я люблю город Севастополь. И вот у меня о нем очень хорошее стихотворение. Чтобы мы успели. Севастополь, бухта камышовая, плеск волны, берег, край земли. Мы сегодня со своим приятелем на закат сюда смотреть пришли. Море подчеркнуло горизонт, солнце диск за горизонт спускается, и теперь я вижу наяву, что земля, она вращается. Вот так опять, простой и босый, стою на Крымском берегу, твоим дыханием и просторами я дышаться не могу, очарован силами природы, солнцем, морем и закатом дня. И какая я частица малая, возникает мысль у меня. Гляжу и начинаю понимать, природы силу, правила верны. А чтоб создать явление такое, какие силы были включены? Господа, рекомендую вам прислушаться к стихотворению нашего гостя Владимира Мурадьянца, потому что оно действительно прозорливое. А теперь будьте добры, Бахтияр Мамедович, ваше стихотворение. Да. Ну, спасибо. На турецком будете читали или на азербайджанском? На азербайджанском. На турецком тоже я могу читать, но я хотел бы немного про этой книге тоже скажите рассказать. Скажите два слова, конечно. Дело в том, что вот эта книга как раз относится к моему родному краю, это Борчалинскому региону, где в Грузии, я сам родился в Грузии. И этой книге, значит, более содержательно написано и от наших знаменитых выходцев из этого региона людей, то есть есть олимпийские чемпионы, поэты, писатели, там этот, всякие хорошие певцы там, и так далее. Я чего хотел сказать? Этот, как раз в этой книге, я этот вот здесь отмечал, сегодня, кстати, наш праздник, вот в наших народах сегодня Новруз Байрам, и вчера началось, и сегодня тоже отмечается Новруз Байрам, очень самый древний праздник, кстати, один из древнейших праздников мира. Я хотел бы прямо с эфира поздравить всех своих соотечественников и так далее, там это по этому празднику. И хотел бы в этой книге тоже, как раз мы здесь в этой книге как раз мы отмечали, значит, праздник Новруз в Николаеве, в Каштановом сквере в 2011 году очень торжественно отмечали праздник Новруз. Очень горожанам понравился и так далее, потому что это праздник весны. И по древному календарю это праздник Нового года. То есть по астрономической точности, то есть солнце с южного полушария, экватора, переходит именно в этот же день на северный полушарий, как нам известно. Поэтому это и в древние времена это отмечалось как Новый год. Поэтому очень торжественно отмечается. Это сейчас и многие народы отмечают этот праздник. Поэтому я хотел бы всех еще раз поздравить, всех, в том числе горожан города Николаева, с нашим любимым праздником. Это, кстати, это не религиозный праздник и не государственный праздник. Это чисто исторический древний народный праздник. Там этот
там сладость и так далее, подарок и так далее, так делают. И вот, подарок к празднику, к ваше празднику всем, да, соседям и так далее, все это дружба, любовь, там этот, и радость к весну. Поэтому это Новрус самый очень значимый праздник. Я хотел бы, значит, только да, помаленько вот здесь сказать, у нас этот есть по традиции, там этот в нашем регионе очень популярна ашукская поэзия тоже. Ашука, то есть народные певцы одновременно и играют на сазе народным инструментом. Кстати, очень древний инструмент тоже, саз называется. И там были очень знаменитые этот, ашуги, которые читали и одновременно писали стихи. Вот из этих я хотел бы вот маленький как раз этот, стихи читать по этому поводу. Это называется как раз ашик. Ашик – это певец, то есть. Да. Ну, будьте сегодня певцом в нашей да, студии, да, вот Батир Мамедович. Здесь это, конечно, я вот как скажу. Это был известный ашук Эдалят, вот поэтому написал. Эдалят шаланда сазы чохинча, Dağlar da uyanır sasın səzinə, ürəklər kövrəlir, mərdlər sevinir, namərdlər başını aşağı dikir. Arılar sevinib, qonur gül üstə, ayağa durmağa tələsir xəstə. Fikirlərdən çıxır pislik, ədavət, pislər əməlindən çəkir xəcalət. Var olsun aşıqlar, xalq sevənlər, keçmiş illərdən də dastan deyənlər. Xalqımız şad olur aşıq səsinə, hər şey düz görüb. Добрый день. Вот да. Так, господа, все, кто отмечают этот замечательный весенний праздник Навруз, подарок от нашего сегодняшнего гостя Бахтияра Мамедовича, поэта, художника и учителя азербайджанского языка. И, Владимир Матвеевич, будьте добры, ваше стихотворение под занавес. У нас совсем мало времени. После таких стихов на азербайджанском, турецком, армянском, украинском языке мне хотелось бы... На турецком не читали еще, не успели. Что-нибудь оптимистичнее. Хорошо, когда доверием на доверие отвечают. Хорошо, когда печалью отвечают на печаль. Хорошо, когда уверен даже в спутнике случайном в том, что будет сейчас отчаяние. Верная женщина, друг и крепкий чай. Хорошо, что где-то нужен обжигающий ладоням. Хорошо, что другом понят, а с врагами принят бой. Даже если ворон кружит над споткнувшимся тобою, хорошо, что где-то помнят все, что сделано тобою. Я хочу, чтобы подрастающее наше поколение помнило о своих родителях, о своих дедах, прадедах, помнило о такой великой науке, генеалогии называется. У меня есть книга «Генеалогическое древо нашей интернациональной семьи». Там все это расписано о значении генеалогии для жизни и здоровья подрастающего поколения. Чтобы люди читали книги, читали стихи, слушали музыку и знали, что поэзия и музыка – это вечное. И чтобы на нашей многострадальной земле, на матери Украине, никогда не было слышно не только выстрелов, но даже звуков сирены, чтобы люди были счастливы, чтобы любили друг друга. Помните, как в молитве Господь Бог просил любить и благодарить всех беззаветно? Я хочу, чтобы люди были добрее, милостливее, сострадательнее. Кстати, завтра моему единственному внуку Богдану исполняется 4 годика, а у меня 8 внучек. 7 внучек, правнучка. Это ж надо, какой вы дедушка, окруженный внучками. Я хочу еще долго прожить для того, чтобы внук и правнук мои помнили о боевых, трудовых и поэтических традициях своих предков. Я еще раз хочу поздравить всех поэтов Украины, всех поэтов нашей Николаевской области с этим замечательным праздником, Днем поэзии. Я очень рад, что мы еще празднуем такие праздники, как День поэзии, День музыкантов и так далее. Вчера был творческий вечер Вячеслава Тимофеевича Кочурина. Очень хорошие стихи тоже были, но он здесь уже выступал. Спасибо за внимание, спасибо вам, всего доброго. Пусть фортуна вам улыбается, пусть радость и счастье будут постоянными спутниками вашей большой и красивой жизни. Фортуна будет пусть щедра, а дом ваш полнится любовью. Желаю крепкого здоровья, надежды, счастья, любви, денег и добра. Угу. Любви, денег и добра. Без денег
ни любви, ни добра, да, Владимир Матвеевич? Нет, одно сочетание. Они определяющие. Все умеет, или составляющие. Да? Так определяющие или составляющие? И определяющие, и составляющие. Составляющие. Чтобы... будет добро, будет любовь. Будут деньги, будет добро и любовь. А деньги заработаем. Ну, можно мне сказать выражение одно? Да, у нас буквально полминутки. Я всем желаю добра, благополучия, и говорю, цаваттанам. Значит, это емкое армянское выражение, которое означает «возьму твою боль, будьте здоровы и счастливы». Вот так вот. Спасибо вам, господа, друзья Спасибо мои. Спасибо всем. Я тоже благодарю от души. Там желаю всем успехов, удачи. Такой весенний, радостный день. Спасибо. Такой весенний, радостный и хороший день. Друзья мои, сегодня у нас были такие разные люди в гостях, но их объединяло одно – любовь к жизни, любовь к вам, телезрители, и любовь к поэзии. И мы старались пробуждать ваши чувства лирой. Це була розмова на тему. На все добре.